Давайте откроем сундучок, посмотрим, что же там в сундучке. А, в сундучке у нас уровень жнеца мы улучшили. И особо такого больше ничего не было там. Ладненько. Ух ты, ё-моё, атлас. Атлас и жнец. Поехали, ребята. Против атласа и жнеца. Вот здесь мы встанем. Пикс. Так, это ты же близко подъехал. Вот он зря поехал сейчас в бой. Сейчас его отщелкают. Опа, отъезжаем назад. Бомбочки были. Нам они не нужны. Мы, наверное, сюда встанем. Вот так вот, вот здесь вот. Ага, давай. Ага, готов. И последний еще какой-то там танк у нас остался. А кто же у нас там остался? А где? А, вот он. А чё ж ты так долго ездил-то? На тебе! Вот так вот ты не хочешь, чтобы тебя буду жарить? Всё, готов. Звезду мы получаем. Отправляемся дальше. Кого-нибудь сейчас еще попробуем. Ух, нифига себе! Вот это танки! Слушай, титан и этот самый слон. А, слон? Слон или как? Как же его там зовут этот танк? Ааа, ну огромный, короче, огромный танк, я не помню, как у него название. Ох ты, подлечиться нужно срочно. Так, а я отъеду, нафиг надо. Где-нибудь вот здесь стану. Так, моего уже уничтожили. Друга. Так, титанчика этого тоже сейчас уничтожу. Есть. И остался у нас... кто там был? А, слон вот этот, титан... Нет, не титан. Вот этот слон, как его там зовут? А что ж я забыл название? Так, Мамонт. А, Мамонт! А я думаю, как же там его зовут? Так, поехали на Тесле, попробуем на Тесле. Почему и нет? Тесла у меня как бы не особо прокачана, ну да ладно. Поехали на Тесле. Я, наверное, вот здесь даже встану. Во. Ё-моё, как он в меня попадает, а? Где? Во! На! Как тебе? Электроэнергия моя? Всё, меня убили. У меня слабенький танк, да. Надо будет его, конечно же, прокачать. Но пока ничего нету для прокачки. Сейчас я даже, наверное, слушай, поиграю с Теслой на Марсе, да. Чем больше ты играешь на танках, тем больше шанс у тебя, то, что тебе дадут новый танк. Классический атака Марса Тесла. Может, далеко я, конечно, не проеду здесь на Тесле. Ну, попробуем, посмотрим. Долго, да? Ну да, долго он, конечно, их жарит. Электроэнергией своей. Опа, готовы, ребятушки. И второй танк. Ну, потихонечку, почему бы и нет. Так, слышу, летят. О, есть один. И второй, смотри, сейчас летит. Два танка. Две НЗОшки. Угу. Опачки, готов. Есть. Так, теперь Катюша. Блин, она прям в меня стреляет. Прошаренная какая-то. Прям знает, откуда стрелять. О, еще летит. Так, давайте подлечимся сразу. Сейчас скоро будет босс. Так, вот этого надо сейчас щелкать. О, есть. А кто же у нас будет босс? А босс это обычный танк, армада. Ага, кнут. А, кнут. Ну давай, едь сюда, кнутик. Сейчас я тебя откнутю. У меня тоже кнутик есть. Электрический кнут. Не хочешь? Не хочешь электрического кнута? Так, бомбочка, нет, не взрывайся. А, взорвалась из-за меня.
Забираем. Ремкомплект тик. Так, можно еще своим использоваться. Ой, даже не 100% еще. Угу. 100% даже нету. Ну ладно. Так, у тебя мы сейчас отжарили. Едем дальше. Опа, тихо-тихо. На, получай. Есть, готов. Слышу. Вот они, ребятушки мои. Один еще лежит просто. А, ты не дотягиваешься, да? Опа, дотянулся, все, уничтожили. Да, готов танк. О, летят, смотри. Ох ты, тут их даже несколько. Две ножки было. Ох ты, вот вообще здесь надо Теслу прокачивать. И играй только Теслой вот здесь. Вообще. Точно. Только чисто Теслой. Надо Теслу прокачать. Она здесь прям отлично. Прям как будто создана для Марса. Представляешь, вот эта Тесла. Хоть у меня танк особо и не прокачан, но мы немножко все равно справляемся. Потихонечку, понемножку. Неплохо. Так, здоровье, правда? Маленькое у нас. Ну, потому что у нас защита не прокачана. И нас могут все вот эти вот танки стрелять, уничтожать. Вот видишь, все уничтожили нас. Просто-напросто взяли и уничтожили танк. Посмотрим, сколько вообще монет я заработал на Тесле. Итого, ребята, 191 монетка. Ну, почти что 200. Мало, конечно. Так, один на один поиграю. Возьму танк. Мой любимый Феникс. Титанчик, давайте. Сейчас попробуем. Сейчас мы его быстренько щелкаем. Титана. Сейчас подъедем поближе. Опля, вот здесь станем. Стоим. И все, и жарим. И начинаем жарить. Опа, не надо мне тут твоих ракеток. Все. Давай вот таранем вот так вот. Таранить надо. Опа, видишь, он ничего не может сделать. Все, щелкнулся. Бедолашка. Открываем сундук, смотрим, что же там. Ага, монетки. Титан, ремонтный комплект. Спасибо. Ремонтный комплект для Титана пригодится. Ух ты, нифига, Тесла. Сейчас попробуем Теслочку щелкнуть. Для этого подъезжаем поближе. Вот здесь пока постоим. О! На тебе, не надо меня стрелять. О! Все, сейчас горит танк. На, получай. Тыкс. Давайте возьмем ремкомплектик. И все. Мы его уничтожили. 2-2 возьмем, поиграем. То же самое. Берем Феникса. Так, вон какие танки, да, здесь? Ну, значит, они не особо прокачанные танки. Можно не бояться. Можно не бояться их. Особенно вот этого каракатицу. Каракатицу вот этого можно не бояться. На тебе, каракатица, жарься. Ух ты, подлечилась, меня убили. Ну все, этот не справится без меня, жнец. Конечно же. Сейчас его щелкнут. Офигеть. Конечно, минус 7 этих самых звездочек. Давай еще раз попробуем. 2-2. Берем Феникса. Так, что здесь можно улучшить? Тыкс, Феникс напалм. Ну давай. Возьмем Феникса напалма. Пригодится. Тут тоже, смотри, Феникс, видишь? Угу. Ну сейчас сделаем напалм. Все, я напалм запускаю. Да, все, поехали. О, как замечательно прям. В них попал. Ух ты, еще и ремкомплект чужой взял. Как хорошо, замечательно, отлично. Звезда наша. С такой же всей штукой мы идем и играем дальше.
Янис и Денис. А у нас Дуда Плей и МТФ. Не знаю, что такое МТФ, но чувак из России. Опа, напалм, напалм, напалм. Да, что-то не особо напалм воздействует на них. Что ты будешь делать? Так, ну-ка. Опа, еще чуть-чуть тебе, еще чуть-чуть. Давай. Да ты чё? А ты чё там сидел, а, чувак? Все, уничтожили. И открываем сундучок, смотрим, что же в сундучке. А в сундучке нифига нет. Просто напросто... А, ну, смотри, Катя уж улучшили. Так, давай, 2 на 2. Дальше поиграем. Колобок. Колобок какой-то, не знаю. Аннигилятор. Вот это название. Вот это название, аннигилятор. Так, ребятушки, ребятушки, давайте вам напалм. Ой-о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 й
Ну давай, 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 давай. Иди сюда. Все. И еще один. О, как меня убили. Как меня убили, ребята, я не пойму. Стреляй, давай. Ты что стоишь? Так, ладно, отъехал назад. Ну, как, ну зачем? Зачем ты так сделал? Аннигилятор, а?